Здравствуй, умный лагерь! Меня зовут Мартынова Элина. Сегодня на конкурсе «Мисс Умный лагерь» именно я представляю 13-й отряд. Почему же именно мне выпал такой шанс? Потому как у меня имеются различные таланты, которые я продолжаю развивать. Итак, я умею танцевать и петь. А еще я занимаюсь рукоделием, а также люблю спорт и веду здоровый образ жизни. Также я ответственная и заботливая, и всегда стараюсь помочь тем, кто в этом нуждается. Я приложу максимум усилий, чтобы хорошо выступить и достойно представить свой любимый 13-й отряд. Спали две однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете, в окнах свет и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронт не провожать, будут с фронта возвращаться, мы, герои, будем ждать. Зарастут травой траншеи на местах былых боев, с каждым годом хорошее встанут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты и вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, утомленным, закаленным. Слава павшим и живым. От души спасибо им.